Привіт, це Львів Медіа, мене звати Юрій Лаврін, і я зізнаю, що згрішив. Вперше в житті взяв інтерв'ю російською мовою. Але це сталося тільки тому, що гість не знав української. Ми спілкувалися з Ісламом Білокиєвим, це є спікер батальйону імені шейха Мансура, так, чеченського батальйону, який зараз воює за Україну проти кадирівських головорізів, зокрема. Іслам, добрий день. Во-первых, спасибо вам за позицію і за то, що робите для нашої країни, що воюєте бок о бок з нами. Хотів би почати розговор з останньої такої заяви, так, Кадирова, о том, що він більше не буде главою Чечні. Що це? Добрый день. Как я ранее уже говорил, это, возможно, либо пиар-ход, либо это, возможно, какие-то перестановки. Кадырова могли бы, допустим, перенести на федеральный уровень вместо Золотова, которого, то есть главой Росгвардии, а самого Золотова вместо Шойгу, который не показал себя правильно, то есть не показал какие-то особые способности на своем посту, который он занимает. Но сейчас Кадыров опять сделал заявление, где он сказал, что не уходит, не собирается уходить с поста Чечни, главы оккупированной Чечни. Соответственно, мы поняли, что это был обычный пиар-ход. Кадыров любит, когда о нем говорят, когда его упрашивают, чтобы он не уходил. Несколько лет назад он сам запустил акцию, где выходили бюджетники, их выгоняли на площади, делали они митинги, умоляли Рамзана Кадырова: «Рамзан, не уходи», и везде надпись: «Рамзан, не уходи», «Рамзан, не уходи». Было что-то похожее на акции, которые происходили в Северной Корее, когда умер отец нынешнего диктатора, когда все корейцы в Северной Корее плакали, наверное, видели вот эти толпы людей плачущих. И везде камеры смотрят, и каждый человек стоит и делает все возможное, чтобы доказать, что он плакал. Потому что если он не будет плакать, мы понимаем, что с ним произойдет. Здесь то же самое. Это обычный пиар-ход. Ислам, а может быть еще такая уловка, кто мало будет показывать свою лояльность, да, Кадырову, потом к этому придут? Ну, конечно, это постоянно проверки такие происходят, что Кадыров проверяет своих чиновников на лояльность. И поэтому все чиновники, все, кто его окружает, постоянно поздравляют его с днем рождения, с днем рождения его сына, его дочери, его внуков. Постоянно упоминают его отца, везде носят его фотографию, фотографию его отца, фотографии его семьи, его матери. Поэтому они всячески из кожи вон лезут, чтобы доказать ему свою лояльность. И это ему нравится. На самом деле, как оно в Чечне? Как по мне, сейчас в республике, да, в республике российской, это террор, которым управляет клан Путина, клан Кадырова, да. Но на самом деле, сколько людей лояльны к Кадырову и его дружбанам? Большинство чеченского народа, я уверен в этом, абсолютно не лояльны Кадырову. Он держится исключительно на российской мощи, на Кремле, на той поддержке, которую ему оказывает Путин. В одной только Чечне сегодня сосредоточено более 100 тысяч российских войск, русского контингента, не кадыровцев, не там каких-то ППСников, не полиции, милиции, а именно русские базы. Более 80 баз в одной Чечне. Во всем Северном Кавказе более 250 тысяч российских войск. И именно на них держится весь его авторитет и вся его сила. Без этого, без поддержки Кремля, он просто в пух и прах, просто испарится, его разнесут. И разнесут его в первую очередь его же ближайшие сторонники, такие как Адам Делимханов, Магомед Даудов и другие.
они лично его уничтожат, его и его семью. Ислам, для меня Кадыров – это террорист. Это террорист, который сейчас управляет Чечней, вассал Путина. Интеллектуально это дурак, который записывает эти нелепые видео, да? Но кто для вас Рамзан Кадыров? Если коротко говорить, он предатель. Если так коротко сказать. Если более углубленно, это человек, не имеющий какие-то морально-нравственные принципы. Это маленький, низкий, подлый, тщеславный человечек, который пытается доказать всему этому миру, что он хоть что-то там дозначит. Это раб, это служитель, как он сам говорит, это пехотинец Путина. И это определяет его место, его роль во всей нашей, так сказать, истории. Он никто. И частое акцентирование внимания на Рамзане Кадырова может повлечь за собой неправильное понимание нашей ситуации. Кто-то может сказать, что если Кадырова не будет, а придет другой, то наша ситуация изменится. Нет. Пока Кремль будет держать руку на пульсе Кавказа, у нас ничего не изменится. Именно Кремль должен уйти с Кавказа. Неважно, кто там будет. Либералы, не либералы, правые, левые, центристы. Неважно. Они должны уйти с Кавказа полностью. И вот только тогда мы сами сможем говорить о своей независимости. Сегодня, кстати, у нас День независимости Ичкерии. У нас есть петиция по признанию. Сейчас продвигается на имя президента Украины. Именно мы боремся за независимость. А Кадырова можно заменить. Уйдет один Кадыров, они найдут другого Кадырова. Поэтому Кадыров никто, если так говорить углубленно. А может этот никто, пехотинец Путина, стать наследником Путина? Наследником? Ну да, если там полностью вот, все сойдут с ума. Да, конечно, да. Но в реале я не думаю, что это возможно, потому что у Кадырова нет власти в Кремле, у него нет там никакого влияния. У него есть влияние только в регионе. И в других регионах на уровне бандитизма. Потом, допустим, тот же Адам Делимханов является куратором криминального мира в России. Ему дали такую роль, он этим занимается. Он является одновременно депутатом Государственной Думы Российской Федерации. И все окружение Путина лютое. Ненавидят Кадырова. Все ФСБшники, весь вот этот ФСБшный аппарат люто ненавидят Кадырова и всех кадыровцев. Потому что, как мы знаем, ФСБ это отдельная банд-группа, которая занимается бизнесом. Вот прямо бизнесом они занимаются. И кадыровцы сегодня являются их конкурентами. Путин из всех людей вытащил Кадырова, вот просто взял его, вытащил и сказал, да, это никто, да, это мой раб, да, это ничтожный человек. В любой другой ситуации он бы вам подчинялся, но здесь он мне нужен, поэтому ему слова не говорите, и пусть он делает то, что он хочет. Естественно, это не нравится ФСБшникам, потому что он им не под контролем. И как только Путин пошатнется, они его сами уничтожат. В Украине часто кадыровцев называют TikTok войсками. Так ли это или это такие боевитые бойцы? Кадыровцы не обучены тактике наступательной войны, то есть стратегические, какие, это не важно, они не несут какой-то особой ценности в стратегической перспективе. Они не идут на передовую. Первые дни войны их просто колонной запустили, их там разбомбили, то есть байрактарами какие-то, артиллерией их просто уничтожили. Они специализируются больше в зачистке уже отвоеванной местности. Поэтому особой ценности они в себе не несут. И, соответственно, какой-то спецподготовки их не подвергают. А значит, они обычные рядовые российские солдаты, вот и все.
Есть фотография, извините, где Рамзан Кадыров якобы в Украине на заправке в Мариуполе на ковре молится. Но я так понимаю, это фотография с российской заправки. Так был Кадыров в Украине или нет? Много раз он говорил, что он якобы был в Украине, но он не был. И вот этот момент, где он сидит на заправке Роснефти в России, сзади него стоит его сын Адам Кадыров с автоматом. Это подросток на тот момент, ну, сейчас, может, 15-16, я не знаю, сколько ему лет. И я это высмеял у себя в YouTube-канале «Белый Киев Ислам». Тоже я пошел на заправку Укрнафты в Украине. Я говорю, я нахожусь в Ростове, давай приезжай, Кадыров, сюда. Вот я здесь. То есть я показываю, что он врет. Это его очень сильно разозлило, он там что-то там записывал и так далее. Кстати, этот сын, он никогда не был в Украине, отвечая на ваш вопрос. И его сын, который стоит сзади с автоматом, когда он молится, сейчас, вот вчера нам поступила информация о том, что он сбил пару человек у нас в Чечне, на машине ехал. Его быстро пересадили в машину охранника, чтобы он уехал на этой машине, чтобы никто не знал, что это сын Кадырова убил этих людей. И он, уезжая, сразу же сбивает еще одного пешехода. И теперь они пытаются это скрыть, об этом не говорят. Так что вот такие реалии у нас в Чечне, в оккупированной. Еще говорят про конфликты в российской, да, армии между кадыровскими головорезами, да, и, как они говорят, этническими русскими. Есть эти конфликты или это выдуманная история? Есть, конечно, конфликты, они существуют. Был даже инцидент, когда какой-то русский офицер начал отстреливать кадыровцев, просто он выходил и стрелял по ним. Не знаю, что на него нашло, что там именно произошло. Нескольких кадыровцев он убил, просто так взял и расстрелял. Да, бывают драки, но больше всего у них конфликт на почве медийного пространства, потому что кадыровцы, как вы сами сказали, это ТикТок войска, и они везде разрекламированы. Россия целенаправленно их рекламирует как супервоинов. И это, естественно, не нравится другим российским подразделениям, уже русским по национальности или представителям других национальностей. Потому что все лавры забирают Кадыров. Эти идут, где-то там что-то там делают, да, где-то у них успехи, где-то неуспехи, а потом показывают Кадырова, как будто все это он сделал. И это ему позволяет, и в этом его целенаправленно поддерживают российские масс-медиа. Это, естественно, многим не нравится, и там терпеть не могут. И да, на этой почве тоже бывают различные эти конфликты. Ислам, давайте перейдем к истинным героям, так, к бойцам батальону имени шейха Мансура. Вы уже сталкивались в боях с этими кадыровцами в Украине после полномасштабного вторжения? Как я ранее говорил, кадыровцы, они в основном не действуют на передовой. И даже если они где-то там были, то их было минимальное количество. То есть нельзя сказать, вот это были кадыровцы, там с одной стороны чеченцы, с другой стороны чеченцы. Может, там 2-3 человека. В основном они всегда стоят сзади. Впереди идут российские войска, а они зачищают уже отвоеванные территории. Поэтому с ними встретиться где-то на передовой – это очень сложно. Сколько бойцов в вашем батальоне имени шейха Мансурова сейчас воюет? Знаете, батальон имени шейха Мансура, он является таким мобильным подразделением, формированием военным. Мы где-то работаем большим количеством, где-то работаем малым количеством. Работаем в различных направлениях, во множестве различных направлений. Где-то, допустим, по 10-15 человек здесь, там. Мы в основном специализируемся в диверсионной работе. Это проникновение вглубь противника, разведка местности, нанесение максимального урона и затем отступление и
замена дислокации, а потом уже нападение с другой стороны. Поэтому число, оно постоянно варьируется, можно так сказать. Батальон, вообще любой батальон, это примерно от 300 до 800 человек. И на сегодняшний день батальон шейха Мансура, если это надо, в любой момент может собрать под своим, так сказать, знаменами, под своим знанием около 2-3 тысяч человек без проблем на территории Украины. Ага. А ваши бойцы, они откуда? Это вы эмигранты, да, которые должны были бежать из Ичкерии после того, как туда пришел Кадыров? Или это люди с Чечни, которые сейчас прибыли? Ну, батальон, так сказать, подпитывается. Я сказал, что постоянно число варьируется. Угу, некоторые приезжают, некоторые идут там отдыхать, потому что иногда не нужно много количества. Ведь мы понимаем, что всех этих людей нужно прокормить, им нужно дать оружие, им нужна одежда, все им нужно дать. А батальон существует исключительно на собственных началах. То есть государство как-то не помогает Украине, то есть не выделяет ни денег, ни оружия. Все оружие, которое мы получаем, либо это в трофейное оружие, либо это оружие, которое там на уровне воинских подразделений, кто-то там помогает нам, украинцы. Либо мы легально его приобретаем за свои собственные средства, которые собираем там с украинских активистов, волонтеров, с чеченской диаспоры и так далее. То же самое еда. В основном нам еда, продукты, одежда, это поставляют украинские активисты, волонтеры. Соответственно, большого количества людей постоянно мы не можем держать, те же 2-3 тысячи. У нас где-то может быть иногда 800 человек, иногда 900 человек, иногда, если надо, 500 человек. И поэтому те люди, которые к нам приходят, они иногда мы говорим, нет, подожди, не надо приезжать. А иногда мы массово их зовем, так сказать. Это люди из Европы, это люди из каких-то других стран, откуда они могут легально приехать, в том числе и чеченцы, допустим, проживающие долгое время уже на Украине, на территории Украины. Но это не только чеченцы, хотя большинство это представители чеченской национальности. Это украинцы, это грузины, это татары. То есть у нас интернациональный, можно сказать, батальон в каком-то там смысле. Есть мусульмане, есть не мусульмане, у нас есть христиане. Допустим, наш один из командиров с позывным Махно, он житель Закарпатья, он является командиром отряда Хортица. И он выполняет очень хорошую работу, и у него очень большие результаты в этом направлении. И он является христианином, он украинец. Почему государство Украина не помогает вам? Что сделать, чтобы дело пошло? Ну, это очень сложный вопрос. По этому поводу ведутся различные переговоры. Мы являемся добровольческим формированием. Мы являемся здесь в качестве союзников. И мы где-то хотим оставаться союзниками, потому что если мы являемся представителями Ичкерии, ну, как-то будет совсем, не совсем правильно с точки зрения нашей независимости, чтобы воины, так сказать, Ичкерии где-то, мы не хотим претендовать на звание армии, но все-таки входили в состав другой армии. Но мы здесь как союзники боремся вместе за украинскую, в том числе, независимость, за ее свободу. Но какой-то помощи особой нет. Плюс есть, как вы знаете, санкции в отношении нескольких-троих там, человек со стороны украинского государства, которые внесли, недавно были эти люди внесены, тоже эти проблемы существуют. Внесли их по чистой случайности, но никак не могут оттуда их удалить. Хотя, признают, сам Зеленский сказал, вот этих людей убрать из санкций. Поняли, что есть проблема, убрать, но это поручение по какой-то причине до сих пор не выполняется. Мы не знаем, почему так происходит. Но мы особо как-то и не
и не просим, чтобы это изменилось. Мы находимся здесь, и мы воюем. И единственное, что хотелось бы, чтобы сделала Украина, это признала независимость Ичкерии. Есть петиция сегодня на имя президента Украины. Есть законопроект, который лежит в Верховной Раде по признанию Ичкерии. К сожалению, это не рассматривается. Хотя сегодня это Украине самой жизненно важно, необходимо такое признание. Ислам, что думаете о русской армии, второй армии мира, как говорили? Ну, что думать о русской армии? Это была пустышка. Многие считали, что действительно это вторая армия, что действительно это какая-то мощная армия, которая имеет возможность захватить чуть ли не полмира, если не весь мир. Но в действительности, как вы поняли все, это воздух, обычный воздух. Украинцы, которые были, по сути дела, не подготовлены, которые не ожидали такого вероломного, преступного акта нападения со стороны России, взяли и просто дали отпор. Украинцы сегодня себя очень сильно показали духом своим, своей надеждой, своей решимостью, своим упорством, а также желанием быть свободными, желанием не быть рабами. И поэтому на этом фоне российская армия, она выглядит очень жалко, в моем понимании, по крайней мере. Но при этом нельзя ее недооценивать, нужно учитывать все риски и работать с ними. Как воевать бок о бок с украинцами? Нам как воевать? Да, да. Как я сказал, в самом батальоне имени шейха Мансура присутствуют украинцы. Нормально, очень хорошо, есть чему поучиться. Вообще, даже если говорить отдельно батальон, если взять и другие украинские формирования, есть чему друг у друга обучиться. И, допустим, некоторые наши бойцы, которые прошли первую российско-чеченскую войну, вторую российско-чеченскую войну, сегодня делают инструктаж украинским подразделениям. Недавно я был участником лично инструктажа полиции, где полицейских обучал наш один инструктор с позывным Рагнар. И мы также получаем очень хороший опыт от инструкторов украинцев там, с обращением там, с иглой, там, еще с какими-то видами оружия. Поэтому очень хорошо, я думаю, это взаимно очень выгодно. Сегодня украинцам нужно, как по моему мнению, обучиться тактике партизанской войны, диверсионным атакам. Такой практики мало среди украинской армии, потому что она в основном настроена на позиционную войну. И я думаю, наш опыт, он очень был бы полезен для войны против России. Ислам, а украинский язык уже понемногу понимаете? Ну, видите ли, я приехал с Польши, где я жил 18 лет, с 2004 года я там нахожусь, и зная русский язык, зная польский язык, мне намного легче понимать, что говорят. Так что, да, я понимаю, ну, иногда некоторые слова сложные бывают. Но, к сожалению, пока что не говорю. Чтобы научиться, это нужно постоянно разговаривать на украинском. А здесь нужно еще один момент отметить. Много русскоязычных украинцев, которые повседневно говорят на русском языке. Это, кстати, является ярким доказательством того, что Россия врет. Мол, что здесь нацисты, что здесь русскоязычных преследуют там, и так далее, и так далее. Я смотрю, много украинцев говорят на русском языке, чисто русском языке, и у них нет никаких проблем. Никто их не преследует, никто их там не бьет, не убивает. Нацистов нет. Поэтому мы находимся здесь, чтобы доказать российскому обществу, в частности, я работаю, чтобы показать кавказскому обществу, что Россия является просто тупым агрессором. Как-то так. Ислам, в Украине также действует батальон имени Джохара Дудаева, да? А какие отношения у вас с ними? Хорошие, братские отношения. Какие еще могут быть?
Есть другие формирования, в которых находятся чеченцы. И здесь даже не столько национальный фактор играет роль. Просто мы находимся по одну сторону баррикад. Как говорится, враг моего врага – мой друг. А нас намного больше связывает, чем вот эта простая поговорка. Поэтому очень хорошее отношение. Кто такой шейх Мансур? Шейх Мансур – это легендарная личность. Это не просто чеченец. Это человек, который являлся лидером сопротивления на Кавказе еще до имама Шамиля. Это человек, который объединяет своей личностью народы Северного Кавказа. Это борец за справедливость, который положил свою жизнь на этом пути. И сегодня он является для нас примером, и это причина, почему батальон назван именно его именем. После победы в Украине начнется война за независимость Ичкерии и кавказских народов? Работа по деоккупации Чечни, отдельно взятой, там, всего Северного Кавказа, она всегда велась, ведется и будет вестись. Вне зависимости от того, есть ли война на территории Украины, выиграла она ее или нет. Просто сегодня мы видим, что работая плечом к плечу вместе с украинцами, мы можем прогнать этого врага с наших земель. И не только с кавказских, но и с украинских. Поэтому восстание, если сегодня нас признают, дадут нам признание, Украина нас признает, мир нас признает, Запад начнет нас признавать, нам будет легче начать военные действия, если нам будет оказана какая-то помощь, как сегодня оказывается в Украине, там, военная, политическая, экономическая, информационная. И начав борьбу за деоккупацию сегодня у нас, даже не ожидая, что там не надо ждать, пока Украина выиграет. Мы можем это прямо сделать сейчас, если будет оказана такая поддержка полностью. И тогда часть российских войск будет вынуждена стоять на Северном Кавказе. И ни одного солдата оттуда не будут высылать на территорию Украины. Поэтому еще раз говорю, это жизненно необходимо самой Украине. Признание сегодня Ичкерии. И все предпосылки к этому, они существуют, они есть. Юридически и фактически, та же петиция есть, тот же законопроект лежит нерассмотренный в Верховной Раде. Просто нужно взять и это сделать. И тогда мы сможем вместе победить Россию, агрессора. На сам конец, что такое настоящая Ичкерия? Потому что сейчас это территории, которой руководит этот дебил Кадыров, у которого безлимит денег от Путина, только для того, чтобы эти движения восстанавливать деоккупационные на Кавказе. Что такое Ичкерия? Настоящая, да. Не та, которую мы сейчас видим. Ну, сегодня мы не видим Ичкерию, потому что она находится под оккупацией. То, что мы сейчас видим, это квази-регион в составе Российской империи. Ичкерия – это полностью независимое государство, где каждый человек, вне зависимости от его национальности, либо вероисповедания, чувствует себя свободным. Никто его не преследует, никто его не бьет, не похищает, никто не забирает у него деньги, не обирает его. Это свободное государство, где можно быть свободным. Как говорится, лучше умереть, будучи свободным, чем жить на коленях. Этот принцип, он закодирован в нашей культуре. И мы хотим его придерживаться, мы собираемся продолжать данный путь. Ислам, спасибо за разговор и спасибо за ваше мужество. Вам спасибо. Спасибо украинскому народу за мужество, за стойкость, за веру в себя, веру в народ, веру в свое светлое будущее. Вместе мы обязательно победим.
про те, як справжні ічкерійці допомагають українцям долати, зокрема, тік-ток війська Кадирова, говорили з Іславом Білокиєвим, це є спікер батальйону імені шейха Мансура. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, лайкайте та коментуйте. Побачимось.